43 тысячи литров спиртосодержащей жидкости, 6 тысяч бутылок водки, около сотни бутылок коньяка. Большой улов обнаружили ульяновские правоохранители на складе в Терентьевском районе. Оттуда контрафактный алкоголь попадал на стол ульяновцев и самарцев. Сотрудникам управления МВД и ФСБ удалось задержать 8 человек. По результатам проведенных мероприятий следственной частью Следственного управления МВД России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, хранение, сбыт продукции без маркировки в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до 6 лет. Розничная стоимость изъятого алкоголя составляет более 3 миллионов рублей.